Продают уже. Они ничего особо не делают. Просто. Еще и привозят. Да, привоз был знатный. Давай забьем сейчас. Давай нормально. Накроют уже. Да вам волнуем, закрой, да наставить. Да, ты мать, у меня стрим запустился. Блять. Что это такое? Развод, наш. Один, блядь. Хорошо. Слушай, что так разводить, лучше просто выкинуть, да, вперед. Давай, Паш, будем полчаса разводку обсудим. Да уже который раз просто. Первый. Я же сказал, а не к нам сразу. Давайте хотя бы один гол забьем дома. Ну, игрок стоит один. Беленьким Паш. 59-м. А вот в центре. 69-м. Ну ладно, блять. Русский. Подбор, Хастан, Зиля, подбор. Один. Ну как, почему они между вами стоят? То есть нормально, забыли, нормально, давайте. Соберемся спокойненько. Я головы, наверное, все проиграю, Паша. Реально, выиграть. А все уже поняли, Паш. Сайт. Чтобы этот пас перехватить. Дефенди. Кстати, надо. Собрались, давайте. Зумер, кидай на майора своего верхом. Зря. Нет. Сидо. Давай, Костян. Второй. Штрафной был. Соперник теряет мяч в середине. Просто удар такой. Чуть бы вправо влево, но кто знает, может быть, и вратарщик не согласен. Знаете, стандартный. Давай, Костя. Побежит какой фланг. Зумер бежит. Зумер, ты куда побежал? Либо им. Играют друг с другом, вдвоем. Перехвачен мяч, можно отдохнуть. Я не остался. Поперек будет играть, по всей вероятности, очень много времени и пространства. Просто катится эта атака. Да ну, блядь! Ты насос, блядь. Побил. Пришлось хвалить. Пенбор. Офигел, там бит собирался. Поэтому пришлось нарушать. Извиняйте. Да.
Это плей? Бот, вряд ли. Бот это бил. Как и Волга бил. Пинайте-то там чисто, я Макаренко поедет, что он зарядил. Я же просто перевесить хотел. Давайте играем. Тут. Ну пиздец, как раз. Может, переигрывайте? Не, лучше вешать. Да вперед. Куда вешать? На стайлку. Центр что? Вот, вот, вот. Зачем туда пошел Паша, который, блядь, лагает и нихуя головой не выиграет, блядь. Ох, выиграл. У нас еще второй закон матч Паша, не забывай. Третий не хватало пропустить. Дефенди. В обороне не выйдешь, в атаке выиграешь. Вот. Привет тебе, Паша. Хороший. Давайте соберемся, блядь, я не знаю. Второй матч. Чем попытаемся. Еще 15 минут есть. Первый еще не закончился. Потрясающе играет защитник, буквально спасает свою команду в очень опасной ситуации. Направлен мяч от Довки в штрафную площадь, смотрим. Никаких игра проблем. Просто грузит тупо и все, похоже. Твоя позиция. Да для чего он мяч-то не принял? Конечно, спасибо игроку обороны. Разрядил по полной программе. Второй там вообще нас просто. Быстро, красиво и очень аккуратно. Да все, хватит, блять. Если каждый скажет, как это было хуево, ничего не изменится. Лучше возьмите и играйте. Короче, опять забежит. Чего вдвоем тоже держите? Фланг левый. Блять, отсюда видно, Серег. Я же на штанге стоял. Так, блять, ну всю жизнь же. Надо. О, хотя бы один забей. Эти пальчики-то в центр. По флангу, да по флангу. Прочитал он эту передачу и легко ее. Центр очень мелко. Да даже не я это скинул. Ну, зашибись вообще. Это 3 недели, если что. Давайте нормально, ну ладно, уже поздно, блин. Так что давайте как-нибудь. Не надо, Паша, стой сам, кидай на стайло. Где он? По центру, че? А, нет. Красный ты, да? Да. Он там втроем держит. Давай, майор. Не удержали. Под тобой. Давай сам. Можно было уже. Я тебе давал. На фланге. Я видел, что давал. На фланге. На фланге. Да, блядь, тебе будка. Ой, туда грузи. Так, вот все что-то не так. Нормально. Они забрасывают, пешают.
Да, блять, то ебанутые лаги невозможно было играть. Наверное. Понятно. Правда, блять, со мной никто особо и не играл, чтобы мне невозможно было играть. Все равно, блять, отнимать было трудно. Не, короче, если второй матч так будет ловить, я, наверное, выйду. Пиздец просто. Просто тупо боялся кнопку пасы проиграем. Ой, идеально на арене. Надо было сразу не получить. Давай, чтобы они приглашали. Знаете, оборона выше. Ничего, как у вас? Поле говянное. Лучше, чем в том матче. Закрываем их нападающих, играем как опорники, защитники. Не боимся, не стоим там до 3 метров от них. Ну и за спину не пускаем. Че с игроками? Сингуемся, не спим. Где Игорь? Где Игорь? Давай, давай, Игорь, сингуй. Хорошо. В центр. Прогибал. Раз, давайте выше. Майор, ой, вставил. Выходит. Блять, ну пиздец, как не лагает, они выходят нахуй. А, да, я тоже считаю, что все, третий раз. Плохие люди. Бля, такое поле охуительное было и форма охуительная.
Каждый матч по новой, да, считается? Да. Более поганая, какой-то плоская. Ставьте ту же самую форму, чтобы так же было против красных. Когда такие перезапуски, мы хуёво всегда играем. Это, блядь, заметно. Алексей, смотрю, заряжен прям. Женёк, смотрю, заряжен сегодня. Да хули, блядь, сосать, сидеть, блядь. И так уже первый матч, блядь, это сосали, ну. За лагов, мне кажется. Камера поменяй. Или получалось, блядь, ну. Маски. Сейчас да получается, как особо не было, они тоже говорили. В момент, смотри, уже треугольник есть. У нас момент так же справа. Но они заебутся отбирать, блядь. Пасик поиграем. Так-то были моменты. Они просто матчи не так как же владели. Когда они особенно привезли. Игорь, если мячик на, ну, на другом фланге, двигайся ближе к центру. Если что там на форварда может закинуть, он пускай растягивает. Или, ну, или забегайте, или двигайтесь ближе к центру под пас ноги. У них так-то тоже все с прив... ну, с обреза, точнее. Погнали. Да давайте, собрались, мужики, поехали. Ну, сыграем свой футбол. Играем быстро, максимально быстро. Долго не возьмем. Блядь. Нормально. Хорошо, легче отбиваться. Но это футбол, и мы сегодня будем смотреть именно такой. Василий Соловьев и Юрий Розанов. Смотрим сейчас заброс и разброс. Может они выходят, что ли? Не. Да. У меня лаги. Да, выходит. Пиздецкие лаги были. ТП, короче, 3-0 ТП. До свидания. Паша, блин, 3 раза нахуй. Почему? Они нас 4 раза ждали. Не 4 раза они нас ждали, блядь. Они сказали, на третий раз играем. Короче, давай мне капитан. Какой раз они вышли сами? У них сейчас будет лагать, и они будут охуевать. А, во второй раз, когда они... Ну, Жень, дай бублику капитанку, а? Не дай мне. Зачем, блядь, у нас все нормально первый раз. Я сразу вылечу, прям моментально. У меня комплика загорится даже. Дай мне капитанку, у них будет лагать, они охуеют. Паша, блядь, я хочу футбол поиграть, а не чтоб они вышли. А, майор, ты поехал, чтоб у них лагалось? А я хочу, чтобы они поиграли так же. Нет, везучий вроде. Привозчик. Не, ну у вас-то нормально. Они, наверное, специально пацана кого-нибудь взяли, не знаю, из этого, с Дальнего Востока. Из Ирана, блин. И он там сидит, играет, капитаник. Да пускай поиграет, как мы в прошлом матче. Понимаешь? Владивостока там сидят. Ну, у них сейчас, походу, такая проблема, раз они два раза вышли. Может это проблема только приглашает? Лаги, не соглашайся, чтобы мы приглашались. Паша, блин. Не, они могут раньше. Они даже не разбирались, вылетел кто-то, блядь, два раза подряд. У них, мы, считай, приглашали, у нас лагал жестко. Теперь они приглашают, у них лагает. Может быть это что-то... затупка какая-то, серверов. А эти все лаги, это от FIFA идет. Я что и говорю, что кто приглашает, у того лагает. Домашней команды. Да сегодня, блять, это запустили FIFA 16 на Xbox. Да. Ну а там она не. У нас вообще сервера разные с Xbox. Да хуй там был, блядь. Ролик только что с фейлами смотрел. Пиздец. За столько времени, столько фейлов уже наклепали, блять, просто ужас. Скину потом после. Эти фейлы. Особенно вратари, блядь. Я все видел, блядь, по-моему. Между ног пускает, бежит за мячом, ползёт, не достает, блядь, вообще. Багов много? Ага. Так это стандартно. FIFA всегда багована. Не, ну просто хуйня времени прошла, блядь. Да в любую FIFA возьми, там везде есть затупки, баги всякие. И вратари там чудят. И это вообще жесть. Ну
Блин, Локомотив Спартинг, походу. Охренительный матч. Тут за мало? Не, в гостях. А, в гостях? 3-1. Да, Зенит смотрел, да? А? Зенит смотрел, что? Ну да. Пацаны дают все знать. Я охуел. Ну че вам сказать? 100 раз дай так же. Блять, так весь настрой можно пропить. У них, конечно, залетало все, блять. В смысле залетало все? Ну дальние удары. Если бы залетало все, три дальние удары. Халк бы с центра поля забил бы. Джанго пришел. Просто хороший. Я успел? Ну да. Почти. Чё посмотреть? Наш пиздец. Чё, проебали? Первый матч проебали, да. Сейчас второй никак начать не можем. Чё, я не нужен? Да нет. Ладно. Я, пацаны будут с лагами играть. Как погулял? Так что надо их рвать сейчас. Погнали мы. Давайте играем. Ну давайте, всем удачи. Дикие лаги будут, вообще дичайшие. Обожжись, ну. Они просто вообще закрыли фифу на лаги. Я говорю, у них, надеюсь, будут дикие лаги, чтобы они фифу закрыли. Паша, завязывай быть таким голым. Пиздец. Он тогда кого-то ненавидел полмача, я не помню, за то, что они паузу нажали, блядь. Нет, а чё, просто, меня одного должно лагать дико жить. Взглядом их сжигал, блядь. Давайте лучше на поле пока. Один матч мы там. Всё, погнали. Давайте играем. Так, да блядь, я даже не знаю, как разводить. Да давай, просто давай. Давай просто, просто. Давай, просто помоги. Пиздец, конечно. Назад надо было отдать и все. Я... О, началось. Я расслышал просто. Влево давай, пошли. Быстро в пас. Пас в ноги, конечно. И не бегаем на скоростях. Прикрываемся. И стоим. Повыше. Прессингуем, прессингуем, давайте. Только не вместе одного игроков закрываем. Пять. Нормально. Линия обороны выше, блядь, не садимся. Команду там, блядь, чтоб линию держали. Хорош. Не понял. Ну, мне не прожимается ебаная кнопка. Куда ты, стрелок, несешься? Назад открывай здесь. Вот этого закрою, ага. Моего. Я возьму. Вот этого беленького беру. Пусти с центра. Пойдешь, сойдет. Блин, он выигрывает, блин. Сверх сняли вниз. Унести. Я выносил. Я саут, они все выигрывают вообще. Закрываем. Это то же самое. Хорош. Хорош. Стоит. Да, блядь, назад ты. Давайте переводик нужен. Поднимаемся сразу. Нормально наставил, получился перевод, блин. Можно. Перевод. Другой фланг. Блин, подождал бы, забежал от тебя. Сука, блядь, двоих пролетел. Ой, что-то да, блин, он. Не хотел. Паш. На другой фланге. Центр. О, есть. Прасывай. Давай. Я симуля. С тобой, закинь. Блять, верхом надо было туда вперед. Не, я думал, не знаю, пройдет. Не пошло еще. Блять, успокойтесь, не гипишите. Блять.
центре был. Ну ладно, хорошо, он всю стрелок не ходил. Великолепно играет защитник в очень напряженной, в очень опасной ситуации, выносит мяч за пределы поля. Кто это слышит? Ого, прикройте там меня. Ничего себе. Кидай на мою, будем подбор. Лучше туда, вот туда кидай, на майора. Майора? Лучше будем подборы ловить. Майора? Защитники будут выбирать. Да-да-да. Били меня там? Подбор фарш, бери. Ага, центр пойду. Защитник. Разряжает ситуацию защитник. Прикрываем игроков. Хорошо. Куда, блядь? Давай. Душку вниз. Соперник теряет мяч в середине. Прибейся. Встречай, бублик. Забегаем. Не пятьтесь, говорю, выше линию, блядь. Играйте, блядь. Не боясь. Там за спину забегал. Но у вас там двое, блядь, и двое идет. Оба вот, побежали держать. Бежит. Играем. У меня нам всего лишь три забить. Назад, назад, пас. Блять, блять. Просто с того фланга пускай Паш стучит, с его фланг. Я со своего буду стучать. На серединке тоже тебя будет пускай. Да куда ты, блять, уже отнял? Лучше сейчас закрыть надо. Через штрафную будет. Игорь, центр встань, чтобы тебя скинуть можно было. Пиздец. А куда ты, блядь? Дефенди. Да, блядь. Тайный мир. Конечно нет, если он получил мяч, то потом побежал вперед. Играем, бросать. Не надо высоко поднимать. Я с ним просто. Ну ты пиздец. Второго надо выдержать, конечно. Давай, хотя я могу на руку. Позиция на игроков нет.
User disconnected from your channel. Не вытерпел. Бублик. Такое впечатление, что они даже не знают, где их место. Где левее играешь, я поглубже, не цапом, а цапом тоже. Лидирующая команда сыграет по счету, то есть уйдет в оборону, или попытается увеличить преимущество. Паша, ну выйди, ты что стоишь-то там? Да, только вы не агритесь на, то есть он куда выйти, на посада играть. Какой сейфы, ты матч. Стоишь сзади, все по линии стоят, ты куда-то сзади стоишь. Прикроется защитник. Я жду потерю. Нахуй, да, ты офсайд делаешь? Не было. Надо на центр вешать. Тоже. Постреливаем их. Ну, пенальти. Там сюда. Штраф, давай, штраф, штраф, ну, на, в лынке накрутите, он не очень что-то пока показывает. Майор, ну, нет, смотрите, поел. Еще. Еще раз. Трогал спину, игрок. Тылы прикройте, опять камера же. Камера такая уебищная какая-то. Топ один, ЛЗ, ПЗ. Дальний один, могу забежать. Ты слишком близко стоишь вообще. Я потом на подборы, когда лежу. А куда? Я этого стою. Блять. Потрясающе играет защитник, буквально спасает свою команду в очень опасной ситуации. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Пиздец, ну это... Ну, блядь. Что делать? Дай мне. Не пас. Штрафную. Я понял. Что, ну оголили вообще? Вот ну, кто-нибудь, ну спуститесь. Трое тут нас. Вот, блядь, пидорас, а? Похоже, его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Никто не готовил, никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. Вперед можно. Я не думал, что так развернется. Широко используя фланг, продолжай в центр. Бля, да вот же стоит один. Пидал. Так, наверное, знал, что даст спал.
Он выбит. Право. Боже, тянись. Тот он Игорь, беги. Они разные бывают. Грубые, тактические. Все считается. Все вы видите здесь на экране. Своевременный перехват можно перевести. Как-то так. Иди, иди. Опять их они трогают. Офна. Ты что, что-то знаешь, что ли? Блин. Расположился защитник и прервал этот прострел. О. О. Штрафной. Жопу не бросаем. Ну и вот желтая каша. Серега Зиля. Тревог. Блять, забыл. Что ты не. Ты... Похуй. Сразу подавай. Классический вариант развития атаки. Пас. Не. Не смог просто пробить головой. Голова-то рабочая, но вот ее нужно прикладывать в правильное направление. Мысли я просто. Ничего, это он выиграл, да, что ли? Ты видимости, да? Да завтра. Давай. Давай. Давай, Костя. Давай. Передача по флангу. User disconnected from your channel. Классика отбора мяча. Блять, ну нахуй по флангу пойдешь. Хорош. Мог отскочить, наверное, в другом направлении мяч, но улетел куда улетел. Блять. Серега, что ты там делал? Почему там был Серега, а не Паша? Там был. Ну там и я, потому что они так быстро подали, я пока себя нашел. Вот и кучу моря. А надо было высоко открыть. Ну, просто кому-то высокому тоже. На ближней штанге. Да нет, это нормально. Блять. Агрессор. Ну чё, Лёк, вставай, блять, даже не травмированный. Давай, встал. Давай его что ли кинуть. Давай там пока молит. Блять, я же нажал. Сейчас охерану подальше. Я нажал уже. Вон там стрелял один. Ворота кидай. Ё-моё. Ух ты. Даже не знаю как. О, давай. Жесткая борьба за мяч продолжается. Бей! Бросается игрок на стрелку. Какие погибли, блядь, на этот принимает. Как это понимаешь? Убись. Очень уверенно забирает мяч в атаке. Paul Bissell has indicated at least 5 minutes of added time. That's 5 minutes. Ох, дернул мышцы, это 3 недели, если что. Бублик. Там бублик оказался не надо. Да. Ой, да, я ему забью. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовалось. Дайте по ногам мне сейчас. Оп. Да, да, ну нас так купишься не выигрываю. Да ладно, вас отсутствует игрока снова один. Продвигающий. Второй матч, а то мы пытались нахрапом, блядь.
Первый матч. Получилось еще хуже. Ну, блять, рискнули еще, получили пизделей. Бывает. Для этого есть такие турниры. Да. Блять. Первый матч, блядь, там ничего делать было. Нереально. На лагах. Лично мне.